не стоит. Да, она сейчас запись пошла. Вот. Всем сегодня мы рассмотрим технологию хрустальные ногти. Обрабатываем ногтевую пластину, подготавливаемся, как обычно, для наращивания. Есть разновидность, есть типсы, хрустальные ногти, а есть появилась фольга. Вот мы сейчас с этой фольгой научимся работать. Делаю сама себе. Такая вот пластиночка. Фольга на клеевой основе с выдавленными разными рисунками. Берется одноразовая форма, вырезается нужных размеров кусочек фольги, ширина и длина. Снимается с бумажечки. Очень аккуратно и приклеивается на форму. Вот так вот. Ну а теперь удобнее сделать, сразу подготовить нужное количество формочек. Теперь, ну, как обычно, наносим бондер, праймер, бондер. Даем ему чуть-чуть высохнуть, можно пока приклеить формочки. У меня квадратики длиной пятерочка.
последний пальчик. Так, прикрепили. Бондекс у нас подсох. У меня это был праймер вот такой. Можно и синаевский, любой, какой есть. Так, берем базу. У меня в данный момент Keystone. Также я работаю Runaio базой. Вот, берем базу Keystone. Эта база сразу идет 2 в 1. Тут есть также Bondex и также сразу идет база. Ну, как обычно наносим, не доходя до кутикулы, но жиденько наносим, очень тоненько, аккуратненько. Наносится очень легко, с одного буквально 2 мазков. Одна рука у меня уже, как я показывала, сделана. То есть у нас получается такая красота. Так, закрываем. Сушим 2 минуты. Потом наносим сразу натурал. У меня это тоже Runaio. Хороший натурал, хорошие разновидности, оттенки. И не жидкий, и не густой. Не крошится, носится хорошо. Ждем. По правилам все делается такой кисточкой. Вот. Я люблю делать все вот такой кистью, колоночками. Натуралочку мы выложили миндалькой. Теперь мы ее чуть-чуть подсушиваем. Пока мы сушим, набираем следующую капельку. Вот. Подсушили, чтобы она у нас не убежала. Теперь. Ну, а клиенту, естественно, мы делаем по одному пальчику на поочередно. Опять выкладываем миндалечку.
Ложим толщиной примерно как на акриле, чтобы у нас была толщина примерно 3 миллиметра. Потому что нам надо будет еще отпиливать. Ложим, опять же повторяю, немножечко с удлинением, заходим на фольгу. Сушим. Включайся. Идем дальше. Набираем примерно вот такую каплю, если есть необходимость, потом добавляем. Идем дальше. Типсы тоже вот специальные хрустальные, смотрятся бесподобно, но они очень-очень ломкие, ненадежные.
А вот этот способ довольно-таки долгоноский. Можно также добавлять легкие блестки. Но я делаю пока без блесток. Чисто хрусталь. Чисто прозрачный. Можно также стразики, все, что кому нравится. Клиенты есть разные. Травмирован, приходится с ним повозиться. И последний пальчик. Так, сушим. Так, вот мы чуть-чуть подсушили каждый пальчик. Теперь досушиваем их 2 минуты. Моем пока кисточки. Убираем все лишнее. Я работаю пока что глиной. Вот. Она идет как трехфазник, то есть ее можно уже сразу использовать как базу, основу, скульптуру и финиш. Ну, я ее использую только для скульптуры. Опять же, мне удобно самой себе работать только тонкой кисточкой. Мне так виднее, мне так удобнее. Берем так, у меня это идут такие вот как полустилеты, вроде бы и миндаль, и не миндаль. Так, и выкладываем до конца фольги, то есть нашу длину. Особенно проверяйте уголочки и бока, потому что в этом дизайне они самые такие недоделали. Ноготь будет ломким.
кажется, что они будут толстые, но при опиле все выровняется. Прозрачный гель накладываем в уровень с натуралом. За счет этой вот толщины будет как раз зависеть игра рисунка. Сейчас чуть-чуть стекет. Вот, выравниваем. Наш пальчик готов. И так как он жидкий, он у нас растекается. Мы его подправим. И сушим. Опять следующий пальчик, чуть-чуть подсушили. Ну, клиента опять же, это идет игра по очередности. Повторюсь, кажется, что они будут очень толстыми. На самом деле это не так. Если хорошо и правильно все запилить. Наверху, где натуралка, мы делаем просто легкое сцепление геля с гелем. А выравниваем толщину, то есть нашу структуру, скульптуру, на свободном крае ногтя. В самом слабом и капризном месте. Ну вот, выложили. Теперь доделываем последний ноготок. И сушим потом 2 минутки. Жарко, гели жидкие, работать сложно. Очень жарко, очень жидкий стал.
Закрепили стрессовую зону и сушим. Так, ну вот, чуть-чуть подсушили. Теперь все 5 пальчиков ставим на 2 минутки. Наши 2 минутки закончились. И теперь набираем липкий слой. Да, что такое? Вытираем. Чуть-чуть подзатекли, придется дольше опиливать, но ничего страшного. Жаркая погода. Так, проверяем уголочки. Снимаются они вот так, то есть фольга у нас остается. Сняли форму, теперь аккуратненько вытаскиваем фольгу. Вот, вытащили фольгу. Вот, и теперь вот так вот их все постепенно снимаем. Так, снимаем. Вот мы фольгу сняли. Теперь еще раз выберем липкость все. Так, чистим, моем кисточки, убираем все лишнее. Ну и теперь опиливаем нужную нам форму. Не забываем зону кутикулы. Thank you.
все хорошо, все замечательно. И так все пальчики. Наконец, последний пальчик. Хорошенечко забафили. Вот.
убираем лишнюю пыль. Теперь наносим финиш. Финиш у меня тоже кейстон. Вот в такой бутылочке. Очень удобно. Он очень хорошо высыхает, очень блестит. И в таком бутылочке он не портится. Не знаю, как у кого. У меня Рунау финиш. Сейчас покажу даже. Нет, не покажу. В баночке очень часто наполовину засыхает. Я не знаю почему. А этот в темной баночке он не высыхает. То есть он израсходуется от и до. А Рунайл приходилось выкидывать по полбанки. Нанесли хорошенечко финиш. Нанесли финиш, проверили и сушим 2 минуты. Вот еще раз показываю, вот такой вот кейстон, финиш гель. Не оставляет липкости. Наш финиш высох. Рекомендую сушить его не 2, а 4 минуты. Вот, наносим маслечко. Так, и вот что у нас получается. Вот такая у нас хрусталь получается. Вот, очень близко, приближенно получается именно к хрустальной посуде. Вот. Такой же тисненный, граненый рисунок у нас получается. Вот у нас прелесть. Сейчас попробуем на что-нибудь темное посмотреть. Вот такая вот у нас прелесть получается. То есть вроде бы у нас есть рисунок, а в то же время его нету. Всем спасибо за внимание. Ставьте классы, плюсики. Всем до свидания.